Что-нибудь скажи нашим братьям-горцам. Сегодня у нас пока перемирие. Вот. Сейчас вон машины поехали. Потихонечку начали ездить. До этого были бои ожесточенные. Нас минометами обстреливали из градов. Вот. Все в блиндажах спрятались. Вот сегодня солнечная погода, птички поют. 18 число. Сегодня 18 число, как бы немножко передышка. И вот самое главное, хочу сказать очень большой привет и спасибо дегорцам, которые помогли нашему брату Олегу. Цауши сараживат. Они им помогли вещами, помогли обмундированием, оборудование купили, он все привез нам, все раздал. Вот. Спасибо вам всем, кто ему помогал и нам помогаете. Большой вам привет. Еще надо? Ну, я добавлю от себя. Дегора Забахота Расулдота. Махтарами Загаринабадан. Дегорцам, чеченцам, кто там у вас еще? Черкесы. Черкесам. Адыги. Адыгеям. Большой привет. Вот. Всегда нас поддерживать. Поддержите россиян. Мы тоже так же будем поддерживать. Большой вам привет и респект.